Я не знаю, наверное, это банально звучит, но это действительно так. Нет лучшей награды, когда артист слышит, как зритель вторит ему, как подпевает, как аплодирует, как сопереживает. Это невероятно, когда существует связь между артистом и зрителем. Сегодня, во время концерта, мне, как мне кажется, точнее нам, удалось как-то объединиться. Это так здорово, ведь вы все пришли из разных мест, из разных домов, с разных улиц одного города. Но, тем не менее, вы друг друга не знаете. И за время концерта мы смогли как-то объединиться, и мы все дышим одним воздухом, как единый организм. Это так прекрасно и здорово, что музыка так может объединять. Спасибо вам огромное за это единение. Спасибо за эту поддержку. Невероятно. Спасибо, Эстония. Спасибо, Таня. Как закончился конкурс, и финал произошел 14 мая в Стокгольме. Я безумно счастлив, что у меня есть возможность лично сказать эстонскому народу спасибо, всем телезрителям спасибо за 12 баллов. Когда я с радостью посмотрел, что телезрители Эстонии дали высший балл моей песне, мне, России, это было невероятно приятно, и я вас благодарю от всей души, низкий вам поклон. Спасибо, Эстония, за высший балл, спасибо! Конечно, эстонское жюри дало нам 0 баллов, вот так случилось. Представляете, зрители голосуют на 12 баллов, на высший балл, а пятеро членов жюри ставят на низкое место и присуждают 0 баллов. Так бывает, к сожалению. Но мы, артисты, делаем это все не ради жюри, не ради премий, не ради наград. Мы делаем это ради своего зрителя, для зрителя. И это невероятное счастье, что зритель Европы, зритель в Эстонии, в других странах оценил песню по достоинству и дал нам высший балл. Это невероятно приятно, и еще раз говорю вам спасибо. Сегодня здесь не Евровидение. Понятное дело, Евровидение закончилось. И песня, которую я исполнял там, не была в программе, когда я ее только готовил, потому что премьера программы в ноябре состоялась, песня писалась к конкурсу. Но тем не менее, я решил, что сегодня можно устроить здесь, на этой сцене, небольшое мини-Евровидение. Да, не в таком, может быть, масштабе и объеме, но тем не менее, с благодарностью хотелось бы спеть песню, с которой я представлял свою страну на этом международном конкурсе. С благодарностью вам за вашу любовь и поддержку. Спасибо, Эстония.